Hammaga salom. Mana Kirovets traktorlarini ko'plab so'raganda, bu Sirdaryoda juda ko'p ishlatiladi. Mana bu hozir o'z ekspoda turibdi. Juda ko'p orqa tomonda esa bo'r mashinalar. Keyin Kirovets buni orqasiga o'tsalar, Kirovetsda kichkinasi ham bor. Hozir eng zo'r mana bu O'zbekistonda traktorda. Deb o'ylar. Da, boshqasi hozir hammasini bitta-bitta gapirib o'tamiz. Buni какой у него расход топлива получается? Порядка 30 литров на гектар. А, смотрите, на него метан ставили, да, вот в Узбекистане получается? Как его? На предыдущую версию, на Кировец К-742, которые были, пробовали ставить метан, да, наши дилеры. А ну пошли как бы это, да, какие-то... Дальше не развили эту историю не пока, развили. Да, не развили. Получился, да, да, пробный, пилотный вариант был. Вот, пока а вот Карензер, бюда дышла струпты, и что дышла? Бю юкорсы трактор, такие геошаты, кем пасада. Кем буны, она бу навес на грузоподъемность, сколько у него будет? Где-то 11 тонн, наверное, да? Трехточная навеска, по сейчас новая стоит, это СУ. Плюс непосредственно внизу, это СУ 4,5 тонны можно цеплять за него. Для градирования с тяжелыми прицепами. А как его? Грузоподъемность 11 тонн, наверное. Да. 11 тонн, он может оборотный полуглярный, хархал, мана, узун, етіте, сакста корпусы, оборотный полуглярный, куртас, мы, был, да, 24 вольтный, система 24 вольтовый, 24 вольтовый, правильно? Да. 24 вольтовый, сейчас еще, тут внутри. Там 12 розеток. А, 12 розеток? А, сос, там он, да, 12 вольтный, бут там он, да, 24 вольтный, хархал, евро, евро, навесно, оборудование, лага, хушлиш, шон, ishlatiladi. Mana bu orqasidan ko'rsangiz bo'ladi, bu yoqda. Moy bati. Hozir bu tomonda. Kechinim. Да, пойдёмте, Игорь. Сзади там был стак, может быть, секционный распределитель. Да, гидравлика тут стоит, вот гидромоторы разные. И вот карданная передача на задний ось, да, правильно? Можно вот снизу. А какая у него цена вот в Узбекистане? От 100 до 110 тысяч долларов, в зависимости от комплекта. Брюзе 10 000, брюзе 15 000 долларов. Лагача. Була, хаза, чинем курс атаман. Ин кызыгы буны. А, тут поворотное сиденье, да, еще? Правильно? Это доступно по опциям. А, по опциям, все. Карайна, биодага системасы, хаза, яңи, хама техникалада, катта техникалада, хамасы мониторлы куяпты, мана манометрлик эмас, мониторлы куяпты, узыны комплекте фильтр, воздушный фильтр билан бирге берилат, кондиционер, хама нарсасы, музыкалы, блютуслар койлган, управленияларды хамасы, шы стандартный Кировец. Карайна, мана бу самолеттыки окшатып, мана бу тездигини регулировка кылышы, орка алдыда холодильник үчүн подстаканниклар койлган. Алина бюда дополнительный пассажир үшін, елки, елдамчы үшін сиденасы, мана узыны сиденасы нам көрсеңіз болады. Дефлекторлары, хамаластарсы, жөлешкен болады. Все, цены сказали, да, какие-то еще информации. Қарайлы қанақа зор техника, көрезер, агар таги езасы, қанақа кәмчілігі бұлса, кей қарайлы, мана джойстикли управление, мана бұрдан, олдыға, орқаға, кейін кнопка, масалан, нама дейді, это кнопочная получается коробка у него, да? Селективная передача. Мана кружится лес была. Хам олды оркасы шлем. Мотор какой у него? Мотор здесь стоит. Тутайский мотор в 300 лошадиных сил. Есть разные моторы 300, 350, 390, 420. Также можно поставить мерседесовский двигатель. Учусь от кучли мотор трубты. Хам мерседес мотор нем кульса была, да, бунга. Агар заказ, да, под заказ можно мерседес. Под заказ, да, 354, 401 и 428 лошадиных сил. Все, сейчас еще снаружи покажем немного. Карайна канака зур. А сколько у него топливный бак этот, как его? Объем? Объем 400 литров. 400 литров топливный бак, мана бюрда трубты. Метан теперь уже отбой, да, получается на него? Да. Метан да олден Сырдарьода куйып көрген еді. Нима дейді, яхшы шықмаған үшін бұны отбой қып. Расход топливасы гектарға 25-30 литрлік ана шу Кировец тракторы универсальный. Так, пойдемте, да, в ту сторону тогда. Сейчас Кировец, года экспо центр да бұляпты. Бұл сал кішкен арағы, мана моторным курсалар из болады. Мана моторы. А какой у него мотор получается? Я не знаю, что не, да? Я мотор, да, 250 лошадиных сил. 250 от кишлига. Сколько цилиндров? 6, да? Нет, нет, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре. А, 8, вот 8 цилиндров, аппаратный, да. И смотрите, вот тут кондиционер, да,
кондиционерді охладители, интеркулер, ки мойды, ки это отдельно трубты, ки неса радиатора. Правильно, да, тут стоит? И все открывается, чистится вот этот, да? Раскрывается. Кин. Харя, забьёта турбокомпрессором куэльган, как... фильтр топливный, кин компрессор хамарасасы, воздушный фильтр бьёта трубы, осон, мана бу механизаторлар үшін, осон алмаштырмақшы бұлса, құрсаз бұлан, мана бу бьёта баллонлары кішкене, российский баллонлар трубты бьёта, радиал, радиал баллонлары. А какой у него цена? Этого цена где-то, наверное, миллионов на 200 поменьше, точно. 800 миллионов, да, примерно? У нас да. 800, саксон, 75 миллион долларов, да, булады. Бунем, мана бьёда топливный баки хуильген. Курсадайс, булады. А навеска у него сколько? 8 тонн, да, поднимет? Оборотный плуг, ладно? 8, оборотный плуг, ладно, такып. Оборотный плуг такканда, мана бы айлантру шын. Отдельный, мана узыны силиндр, гидравлический садини, да, гидравлиний трубты. Икита силиндр блен, юхорыга кутарлады. Кутарганда кейн. Мана бутаманда гидробачок гэм трубты, баллонларын курсез болар, мана размеры 26-лик дисклайда куйлиген. Азы, чинэм, та кабинасынэм курса торамыз. Кабинасынан қарайын мұны қанаққа. Зоры. Бұны хамана системалары бор, қарайын. Сейчас можно, да, снимать? Да, да, можно. Смотрите, как на вертолете, на самолете, вот селективное управление с гидравликой и вот коробка передачи. И монитор, как сейчас современный. И тут стоит кондиционер и магнитофон с блютузом. Все. Тут подстаканники разные и так далее, документы можно ставить. Такая машина делает в Узбекистане. Не, не в Узбекистане, а привозит. Цена его 80 тысяч долларов примерно. В Сырдарье тоже есть. Вот тут даже есть у него компрессор, генератор. Трубта хамарасасы. И узыр, хазыр русы, мадиды, узбекше кетип калады, чунки ярдам берет, кон хама русы адам, мене ярдам берет, она бу, калла перевод бул кетип. Пойдемте, да, туда? На этот, как его? Вот это в К-700 новый бакша стоит, под 700 литров который. А, 700 литрлик, а? А когда сал адашпыз, у тамонда мана бұны чеде топливный баки, 700 литрлик болады саляркас. Так, бұнысы? КамАЗ? Харай, зақанақа зоры, баллонлары, мана катталары қойлыған, вайнды баллонлардан. Бұ хазыр тестовый штатып көрілгені, мана бұ буровой оборудование болады. Bunu bitti, 1 metr kazışı ise 100 dolar. Şurada. Kardeşim yine troz hamur aşağısı. Bu standartın ki uzun kompresörüyen var. Bunda agar bana bu madide kazı bugünden ki bana bu naddu fıkıp çıkarış için motor gavulup uzun kaç atıp çıkarsa bula. Bunu aka, ana bunisi qanchaga ketadi? Nima deydi? 400 metrgacha. 400 metrgacha qozadi? 400 metrgacha. Ikkinchisi bor, u 800 metr, 1200 metrgacha. Bu 400 metrda necha kunda qozadi? Necha hafta qozadi? Yerda qattiqligi, yumshoqligiga qarab. Masalan, yo srednyi, da? Srednyi bo'lsa, mana 300 metrligini bir 15 kun, 20 kunda. 15 kunda, 20 kunda o'sha 300 metrlik. 400 metringiz, значит, 25 kunda qozib beradi, to'g'rimi? Keyin 1 metrga 100 dollar-dan buni qozishi. Буровая оборудка. Бак бесплатный, а, то рома. Ким узын компрессором бор, мана бу надув кылыш үчүн. Кой беришим заман. Карай мана берде. А ухоз компрессор, бушу компрессор ма? Компрессор койгон, насосу бар. А, насосун установка. Алохыды компрессор койып, установка кылып бера. Бунун нарх канча примерно? 125 миңден башынданды, 280 миң долларлык. Хазыр бунусун чи? 145 миң долларлык, мана шу КамАЗ буровой оборудование турупту. Үстүгө компрессор коюп берсе, нарх сал өзгөрөт, тогурму? КамАЗ стандартный базада, бу эсе отдельный база турупту мана. 400 метргече козады. Болду. Хамага рахмат, мана шунака бүгүн обзор болду. Кимге техникалар керек болсо, мана бу өзүбүздө Кировец заводуга, мана бу өзүбүздө Киров заводунда представители бар. Шунга келип мурожаат кылсаңыз, шунака техникаларды сатып алсаңыз болады. Лайк, подписка басып коюңуздар, видеону таркатып алыңыздар Телеграмда. Хамага рахмат, сау болуңуз.